Добрый день. Огромное спасибо всем, кто сегодня пришел на встречу в нашем медиаклубе. У нас сегодня очень интересный гость Константин Семин, который представит нам свой очень интересный телевизионный документальный фильм. Это тележурналист, телеобозреватель, режиссер телеканала «Россия». Целиком фильм, полная версия фильма, это практически час, да. Константин приготовил для нас сжатую версию, где будут показаны основные моменты и сюжеты. Фильм посвящен разрастающемуся кризису, рецессии. Это очень интересно, потому что по ходу съемок фильма группа посетила более 15, я не знаю, это сколько стран, да, мира. И Константин не экономист, он не политолог, он не политик, он журналист. И по долгу службы, в ходе подготовки этих фильмов, группа встречалась с различными людьми в различных странах, которые переживали на себе различный опыт влияния кризиса на их личную человеческую судьбу. От глав корпораций и банкиров до простых учителей, медиков и безработных. Значит, я предоставляю слово Константину. Время мы не теряем. Журналисты, если кто-то хочет, может быть, ставьте обязательно диктофоны сюда поближе. И еще где-то есть места, если впереди, подвигайтесь вперед. Если плохо слышно, вы машите руками, говорите. Мы будем стараться говорить громче. Передаю микрофон гостю. Здравствуйте. Зовут меня Константин Семин. Я работаю на телеканале «Россия», это государственное телевидение, вторая или первая, я не знаю, называется «Россия-1» по охвату вещания телекомпании в нашей стране. Я обычно слегка теряюсь, когда меня просят произнести какое-нибудь вступительное слово, потому что очень трудно угадать ожидания аудитории, очень трудно заранее попытаться ответить на какие-то еще не заданные вопросы. Я, пожалуй, просто вкратце расскажу о том, как складывалась моя творческая биография. И потом, наверное, мы перейдем к просмотру, потому что тогда уже нужно будет говорить содержательнее, конкретнее. Я работаю на российском телевидении с 2000 года. Пришел я на него, будучи еще 20-летним человеком, выпускником Уральского государственного университета, факультета журналистики. С тех пор я прошел достаточно такой витиеватый путь. В телевидении я был просто корреспондентом, специальным корреспондентом, заведовал корреспондентским пунктом в США на протяжении 3 лет, вел программу «Вести», 2 года учился, это последние 2 года, в Штатах заканчивал магистратуру Нью-Йоркского университета по классу производства документальных фильмов. И сейчас этим же самым занимаюсь для канала, продолжаю это делать, потому что на протяжении, ну, по крайней мере, лет 5 последних, даже будучи уже ведущим, я все-таки продолжал работу над различными документальными проектами. Их, наверное, будет немного претенциозно называть фильмами, но это такие иногда большие репортажи, которые мы часто называем все-таки фильмами в России. А среди других работ, которые можно, наверное, уместно было бы перечислить за последние 5 лет, это фильм «Империя добра», посвященный процессу распространения демократии по миру. Это фильм «Украина», о том, что происходит на Украине, в экономике, в социальной сфере, в первую очередь. Этот фильм был необходим для того, чтобы рассказать России о том, что происходит и в России, потому что у нас очень много общего, и, я уверен, очень много общего и с Латвией, и с Литвой, и вообще с любой другой, практически любой другой республикой бывшего Советского Союза. Ну и вот фильм «Планета Вавилон» — это самое свежее из того, что мы делали. Мы снимали его на протяжении 6 месяцев в разных странах. Это была моя давнишняя идея, потому что экономика интересовала меня всегда. Так сложилась жизнь, что я немного поработал корреспондентом одного из заметных в России экономических журналов. Я присутствовал, наблюдал за вторым этапом передела собственности в нашей стране, становлением нашего отечественного капитализма. Судьба свела меня со многими нашими предпринимателями выдающимися,
входящими теперь в Российский союз промышленников-предпринимателей. Я немного представляю психологию этих людей, их вклад в развитие, а иногда и в деградацию нашей страны. Поэтому какая-то своя точка зрения, свое отношение к экономике у меня было всегда. Ну а когда начался глобальный кризис, первые звоночки, первые предпосылки для этого кризиса, я еще, будучи корреспондентом в Нью-Йорке, мог зафиксировать там, не сообщали об этом в своих репортажах. И, в общем, не ошиблись, в 2007 году с крушением инвестиционного банка Lehman Brothers все началось, как, я думаю, большинству присутствующих здесь известно. Вот, и с тех пор хотелось как-то трехмерно, что ли, попробовать осветить эту проблему, но сделать это так, чтобы это был не просто документальный фильм о людях, о страданиях людей, но некое все-таки системное изложение причин происходящего. Поэтому это, опять же, не в чистом виде документальное кино, это не жанровое кино, это некий гибрид документалистики и все-таки телевизионного репортажа, публицистики. А как я пришел с ним к руководству канала, потому что все-таки достаточно затратная история, меня часто спрашивают, сколько стоило, как это получилось. Еще получая вот этот диплом по... проходя курс обучения документалистики в Нью-Йорке, я постарался через интернет мобилизовать людей в разных странах, ну, по крайней мере, человек 10, с которыми просто заочно был знаком, на то, чтобы они присылали мне видео, любительское или профессиональное, как-то иллюстрирующее кризисные процессы в той или иной стране. И пришла картинка из Аргентины, из Пакистана, из Испании, из разных других стран. Все это я смонтировал в какой-то такой цельный промо-ролик и с ним пришел к руководству. Сказал, что начало 2012 года. Да. И вот мне тогда казалось, что это для всех будет очень-очень актуально. Слава Богу, меня услышали, мне позволили начать работу над этим проектом. И, в общем, в течение полугода мы разъезжали уже с моей съемочной группой и делали более расширенную версию этого ролика. Собственно, это и есть то, что я предлагаю вам посмотреть сегодня. Обсуждение можно будет продолжить после просмотра. Тогда свет там убирайте, да? Фьючерсы на бирже сегодня предвещают хороший день. Почему? Потому что все хорошо в Европе. Очень хорошие результаты у Deutsche Bank. Отличные показатели от British Petroleum. Да и в нашей стране просто замечательные новости. Мы остановили рецессию, смогли избежать депрессии, заставили экономику работать снова, создали 2 миллиона рабочих мест только за последние полтора года, и лишь в последние полгода удача отвернулась от нас. Мы говорим о кризисе невиданных масштабов. Незнакомых индустриальных вирусов и промышленной революции. А что, по-вашему, есть крах? В Греции, например, матери отдают детей в приют, потому что не могут прокормить. Вот это крах. Когда 50% молодежи сидит без работы. Это крах. И в этой оторванности пытался что-то строить, цивилизацию, да, скажем, вело. Первый момент, Господь, Россию,
Но у каждого кирпичик-то это здание Вавилона в сердце. Народы Земли задумали построить мост на небеса. Бог не был им нужен. Совсем. Эта башня должна была прославить их самих. Башня тщеславия. Наш кризис – это не только кризис экономический. Это кризис человечности. Это кризис воспитания. Не говори мне, сколько на этой улице мечети и церквей. Скажи, сколько несчастных и бездомных. Сколько больных. Перед вами банк еды в Барселоне. Мы собираем продукты, предназначенные к утилизации, и раздаем их. Сегодня мы кормим 122 тысячи человек в одной только Барселоне. В связи с кризисом это актуально как никогда. Мы делаем все для борьбы с отходами и для борьбы с голодом, конечно. С начала кризиса в провинции Венето зарегистрировано 20 самоубийств. Мы считаем, что их больше. Авторынок в Южной Европе рухнул. Продажи упали на 30-50%. Патрисия? Да, я уже живу в депрессии. Но здесь не нужно никакого заговора. Такая структура формируется самим рынком. У нас перед глазами был период коммунизма. Он не сработал. Хотя идея была очень хорошая. Капитализм тоже не сработал. Так куда же мы движемся? Если честно, никто не знает. Этот фильм вряд ли будет интересен каждому. Для кого-то кризис уже закончился, для кого-то и не начинался. Человек живет тем, что его окружает. И если вокруг праздник, то пусть продолжается праздник. Так уже было. 23 октября 1929 года мировые столицы еще наслаждались бурлящими 20-ми. Рестораны и дансинги были забиты до отказа. Только что проложенные трансатлантические телефонные и телеграфные кабели, тогдашний аналог интернета, гудели от хороших новостей. Фондовый рынок, по словам американского экономиста Ирвинга Фишера, вступил на равнину бесконечного роста. До начала Великой депрессии оставались всего сутки. Никто и подумать не мог, как изменится мир в самое ближайшее время. А ведь с окончанием предыдущего кризиса и вызванного им кошмара Первой мировой войны к тому моменту прошли жалкие 10 лет. Ты говоришь, я разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Я приехал в Испанию 12 лет назад. Создал свой бизнес в строительстве. В какой-то момент клиенты перестали платить. Мы попробовали перекредитоваться на 15 тысяч евро. Банк отказал. В итоге меня просто выселили из квартиры. Они вломились в подъезд. В здании нас было 20 человек. Я вновь испытываю бессилие, когда сейчас снова это вспоминаю. Хорхе живет в палатке. Активисты движения «Нет выселением» разбили ее прямо перед входом в банк. Мы разговариваем с ним на 28-й день его голодовки. Моя семья оказалась на улице. Спасибо друзьям, они приютили жену и сына. За полгода мы объехали с десяток стран на разных континентах. Страны третьего мира, страны первого мира, разные языки и разный цвет кожи. Но сюжеты одни и те же. Благодаря кризису мой бизнес идет неплохо. Люди в Греции почти перестали покупать новую. Все несут ко мне, чтобы я починил. Это будет стоить от 2 до 5 евро.
Меня уволили в марте 2010-го. Тогда уволили сразу очень многих. Они не дали нам ничего. Обещали, что выплатят все долги за 15 дней. Но прошло уже 2 года. Чтобы прокормить детей, некоторые продают органы. Например, почку. Недавно полиция арестовала такого человека. Для безработного это был последний способ добыть хлеб. Мы видим людей, которые себя и представить не могли в такой ситуации. Ежедневно в Испании 175 семей оказываются на улице, потому что они потеряли работу, не могут платить по ипотеке. Туризм еще поддерживает экономику Испании. Многие рестораны по-прежнему полны, но количество безработных показывает, бедность пришла и в наши дома. Я как раз только вернулась из отпуска, и как снег на голову объявили, что наша фирма... не платежеспособны. Никто не ожидал. У всех были планы, у всех кредиты. Оксана Лидер приехала в благополучную Западную Германию после перестройки из бастующего Новокузнецка. Потеряв место кассира, уже год она пытается устроиться на любую, даже самую низкооплачиваемую работу. Семья живет в долг, а на столе растут стопки коммунальных счетов. Банкротство «Сити Шлейкер» – крупнейшее в истории ФРГ. Работу потеряли 33 тысячи человек. Все дело в глобализации. Немецкое правительство сказало, мы должны уметь конкурировать с остальным миром. И поэтому отменило гарантии для рабочих. У меня холодильник практически полупустой. Вот это вот мама сварила. Там лапша, картошка, это хлеб, кусок, вот и все. Больше у меня ничего нет. Этой осенью даже Германия поняла, великая рецессия касается всех. Неважно, экономил ты или транжирил, все в одной лодке, и вода в этой лодке медленно прибывает. Парадоксальная ситуация. Продажи сверхдорогих товаров растут. Продажи сверхдешевых товаров растут. Но товары средней ценовой категории никому не нужны. Средний класс растворяется. Мне кажется, нам хуже стало. Да, в социализме жили, и где все были не самые богатые, но мы не страдали от голода. Айнце Морозова учительница, но живет на пособие. Она одна из тех жителей Восточного Берлина, кто уверен, что в ГДР было лучше. Раньше такое мнение было редкостью, но в декабре промышленный рост в Германии почти остановился. В Германии автопром обеспечивает работой 700 тысяч человек. В сумме это почти 10% ВВП. Поскольку спрос в Европе почти исчез, такие производители, как Ford, Opel, Renault, Peugeot, Citroën, несут огромные убытки. Текстильная столица Италии – Прато. Оборот фабрики Винченцо Канджоли – 200 миллионов евро в год. Тут производят эксклюзивные сорта тканей для ведущих домов моды. Эта коллекция появится в магазинах зимой 13-14 годов. То есть мы примерно на год опережаем текущие потребности рынка. Вот так переплетаются нити. У нас есть сложные многоцветные нити. Такое сочетание обязательно бросится в глаза. Я капиталист в пятом поколении. Мой прапрадед начинал с маленького цеха. Однако сегодня бизнес Канджиоли выживает только за счет поставок дорогих тканей в Китай. США и Европа, не говоря уж о самой Италии, почти перестали покупать их. Да, Италия может привлекать туристов, но мы должны и производить. Однако Европа решила, производство – это устаревшее явление, удел стран третьего мира. Будущее за сектором услуг виртуальной экономикой. Виртуальная экономика – это экономика без физического труда. Это деньги, существующие только на электронных счетах. Это кредиты, созданные из кредитов, созданных из кредитов. Ветряки вместо атомных или тепловых станций, как здесь, в Северной Испании. Или музеи с цветниками, вытесняющие металлургические заводы в немецком Руре. Это всемирная сегрегация, когда одни обречены на изнуряющую работу, а другие не работают, но креативят, создают и продают софт, операционные системы, программы, управляющие работой других. Меня зовут Петрос Кундидис, я работал на этой верфи 9 лет.
Мой отец и дед работали тут же. Сейчас здесь урезают зарплату, увольняют людей. Из 11 тысяч человек работает 200. Я инженер-механик. 2 года я работал на верфях Перама и Элевсин. Безработный уже 10 месяцев. Работаю здесь 40 лет. Вот уже полгода зарплату нам не выплачивают. Наш завод может производить даже военные корабли, но хозяевам это не нужно. Их цель – легкая прибыль. У меня 5 детей. Мне 58. Что я буду делать, когда мне будет 60? Они слишком много тратили и слишком мало работали. Но что, если по официальной статистике греческий рабочий работает 2000 часов в год, в то время как немец меньше 1500? Почему же Германия спасает Грецию, а не наоборот? Потому что в Германии еще осталась своя промышленность, а производимые в Германии товары стоят дороже, чем то, что в рамках Евросоюза и ВТО позволено производить грекам. А почему в Греции не осталось промышленности, и кто довел ее до дефолта? Вот один из ответов. Goldman Sachs. Этот банковский спрут пережил не один кризис и вот-вот справит свой 144-й день рождения. Соучастником размещения греческих облигаций был он. Он помогал скрыть масштабы госдолга, чтобы бонды продолжали покупать. Выигрыши были все, но недолго. Сегодня в Греции продается почти все государственное имущество. Энергетические гиганты ДЭПА и ДЭСФА, почти все порты, все аэропорты страны. Основные автотрассы, предприятия ЖКХ в Афинах, в Салониках, аграрный банк, почта. 2 самых популярных слова в Греции – «продается» и «сдается». Вы можете купить что угодно – оставшиеся от Олимпиады и заросшие бурьяном стадионы, нефтепроводы, острова, даже военную базу. Только придется занимать очередь. Вас уже опередили Barclays Capital, Rothschild, Ernst & Young, HSBC, Евробанк, Crédit Agricole или UBS. Безумие состоит в том, что правительство Меркель в Берлине позволило разбираться с кризисом МВФ этому придатку американского казначейства. Именно так приватизация открыла транснациональным банковским группам доступ к сокровищам европейских экономик. Купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Первая акция выпущена 9 сентября 1606 года номиналом в 3 гульдена. Принадлежит голландской Ост-Индской компании, первой в истории транснациональной корпорации. Компания, управлявшаяся 17 купцами, основала десятки городов – Джакарту, Кейптаун, Нью-Йорк. Она чеканила монету, имела флот, армию, суды, тюрьмы и колонии. После французской революции и своего банкротства в 1796 году компания разделена на части и национализирована. Я разозлился. Когда начался кризис, вдруг выяснилось, что у каждого есть свое мнение по поводу капитализма. Но практически ни у кого нет знаний. Моя выставка рассказывает, как 2 торговые нации, Венеция и Амстердам, доминировавшие над миром с 12 по 17 века, возвысились и ушли в небытие. Между купцами прошлого и сегодняшними торговцами нет никакой разницы. Банки сейчас имеют больше влияния, чем правительство. Я говорю о крупнейших корпорациях, таких как Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, да кого не назвать. Банковский сектор необходим. Это смазка, которая позволяет крутиться шестеренкам в промышленности. Однако, когда финансы начинают интересоваться только финансами, на выходе не производится ничего. Это Вавилонская башня. У нас такая же ситуация, как в Библии. Эта система не способна сохранить стабильность. В какой-то момент она непременно рухнет. Главная задача людей сегодня – это делать деньги. Как при этом говорить о спасении общества или экономики? Цюрих. Банковская столица планеты. Швейцарский федеральный технологический институт. Год назад вышедший из этих стен доклад о мире транснациональных корпораций произвел эффект разорвавшейся бомбы. Мы составили выборку из 30 миллионов компаний. 43 тысячи из них транснациональные. Мы начинали с конкретной корпорации и отслеживали по цепочке ее присутствия в капитале других компаний. В свою очередь, эти другие компании также могли иметь долю в уже 3-х по счету фирмах. И мы продолжали разматывать эту цепочку до тех пор, пока она не заканчивалась. Условно говоря, если сравнивать эту ветвистую структуру с деревом, мы начали с корней, добрались до веток, а потом и до каждого отдельного листка.
Результатом исследования стал вот этот список из 50 транснациональных корпораций, которым, образно выражаясь, принадлежит мир. Мир, а не пестрое многообразие логотипов, наклеек, нашивок, торговых марок и брендов. Выясняется, что контроль над мировой экономикой сконцентрирован в руках очень ограниченной группы. Это уже не 20%, которые контролируют 80% мирового богатства, а меньше 1%. Это был первый вывод нашего исследования. Любопытно, что в списке Баттисона подавляющее большинство – это инвестиционные банки и финансовые конгломераты. Производственных или добывающих компаний здесь почти нет. Все верхние позиции принадлежат компаниям с британской или американской пропиской. Я часто слышу такую реакцию от тех, кто знакомился с нашим докладом. Ага, значит, существует некий заговор с целью строительства суперядра из корпораций для контроля над миром. Но здесь не нужно никакого заговора. Такая структура формируется самим рынком. Хотя я совсем не хочу сказать, что это здорово. Но ведь раковые опухоли тоже образуются естественным путем. Совершенно верно. Если частный капитал терпит фиаско и начинает приносить вред, по законодательству о банкротстве он должен быть национализирован. Но после кризиса 2008-го этого сделано не было. По политическим причинам. Потому что банковское лобби в Вашингтоне настолько сильно. Быть может, это и не лобби, но почему тогда на руководящих постах на двух континентах друг друга сменяют бывшие сотрудники одного и того же банка? Генри Полсон, Роберт Рубин, Эм Эммануэль, Марио Драги, Антонио Боргес или Марио Монти – все это люди, в разное время работавшие в Goldman Sachs. И это только один из банков. Было даже специальное исследование «Маленький мир корпоративной элиты», проведенное американским социологом Дэвисом. Было показано, что даже с демографической точки зрения существует некоторая однородность в самом классе управляющих. По своему социальному происхождению они находятся всего в нескольких ступенях друг от друга. Они происходят из одних слоев общества, посещают одни и те же заведения, клубы и играют в гольф друг с другом. Это именно то, к чему банки ведут на протяжении последних 40 лет. Состояние, когда свобода действий банков не ограничена ничем. Финансовый кризис, в который мир погружается с 2007 года, это прямое следствие анархии, когда государство капитулировало перед лобби Уолл-стрит, или, как я называю их, богов денег. Есть направление, да, вот на такое обогащайтесь. Современная система дала человеку долг под проценты, делает его рабом. Человек попадает в состояние рабства. Вот мне иногда приходится жить в лесу, и я понимаю, что сколько человеку мало надо на самом деле. Потому что там есть какая-то крупа, и есть во что одеться, и у тебя есть самое ценное – твое время. У меня было такое ощущение, может быть, не только у меня, когда я впервые как-то попал в огромный супермаркет и посмотрел на себя, вот я такой же маленький, две руки, две ноги. И все это для меня, все это как-то должен потребить, и все это, оказывается, может мне быть нужно. Даже так, это надо просто заставить задуматься и придумать, для чего же мне это все нужно. Нельзя, чтобы один народ был сытым, а все вокруг голодали. Все религии против этого. Скандинавские страны от перепроизводства сбрасывают масло и молоко в море, тогда как в Африке дети умирают от голода. Это кризис морали. Он причина экономического кризиса. Кто знает, быть может, Великая депрессия, опускающаяся на мир, это кара, посланная в наказание банковским воротилам, всемирным ростовщикам с Уолл-стрит. Они строили эту башню. Но карточный домик сложился. И это происходит не в какой-то далекой Греции, а по всей планете. Система богатых и влиятельных людей, сделавших весь мир своей собственностью, рушится. Рушится вся их философия, которая гласит, что чем больше пищи на их столах, тем больше объедков достанется толпящимся у их ног.
На самом деле, торжество глобализации пришлось на 92-й год, год, когда не стало Советского Союза. В результате сложился единый глобальный рынок. С тех пор на этом рынке происходит противоборство различных экономик. Причина кризиса – противоречие между этими интересами и системой управления мировым хозяйством. Каждая страна думает исключительно о себе. Они повторяют без конца, это выгодно потребителю. Но если взять, к примеру, Apple, то Apple вывез все рабочие места в Китай, где 15-летние девочки делают для меня айпады и айфоны. Только вот цена почему-то все равно не снижается. Где тут интересы потребителей? Произвести айфон стоит $200, а тут он сколько стоит? Кому и для чего это нужно? Знаешь кому? Тому, кто сидит на самой вершине пирамиды. С вершины этой пирамиды не разглядеть китайский городок Гию. Крупнейший в мире электронный могильник. За деньги, которые покажутся смешными в креативном мире, дети и женщины здесь разбирают на части мониторы, клавиатуры, игровые приставки и смартфоны. Одним словом, на этих 50 квадратных километрах умирают гаджеты. Еще вчера объекты вожделения миллионов, а сегодня токсичные груды пластика, стекла и свинца. Человек может добиться счастливой жизни, чтобы ему хватало на хлеб, одежду и развитие. Если люди не работают, но при этом мечтают сохранить высокий уровень потребления, думают об удовольствиях, такое общество просуществует недолго. К нам приходит так много людей, которые полностью потеряли надежду. И я вам говорю, однажды эти люди выйдут на улицу и кончатся тем, что они будут убивать друг друга. Им нечего терять. Если вы ставите человека в положение, когда ему нечего терять, будьте готовы к беспорядкам. Радикализация – это вещь хорошая, потому что если ты не будешь радикально настроен, ты не сможешь найти решение. Однако права радикала не учитывают историю. Когда в Европе к власти приходили правые, это означало войну. Мировая война уже идет, хотя об этом и не объявлено вслух. В действительности, если ракеты Патриот размещают на территории Турции, это равносильно объявлению войны. Чего добиваются эти организации? Только разрушение народов. Война – проверенное лекарство от кризиса. Она списывает долги и дает работу миллионам ненужных рынку мужчин. Оптимизация человечества. Всегда найдутся великие идеи для драпировки истинных причин. Борьбы за ресурсы, колонии и рынки сбыта. Война – это первая в истории корпорация. Вот что такое война. Что происходит с корпорациями в мире свободного рынка? Корпорация видит конкурента и старается уничтожить его любыми способами. Недружественное поглощение. Я очень пессимистично настроен. Я думаю, что некоторые страны жонглируют миром. Внезапно раскалываются на части целые государства. Была страна Ирак. Сегодня это практически 4 маленькие страны. Была страна Югославия. Сегодня это 5 стран. Знаменитое последнее обращение президента Эйзенхауэра к американцам заканчивалось словами: «Следите за военно-промышленным комплексом. Это смертельная опасность. Боинг не перестанет собирать бомбардировщики. Неважно, нужны ли бомбардировщики, ведь это приносит деньги». Борьба сейчас не за свободу и демократию, не за халифат. Борьба идет против всех, кто отказывается склонить голову перед США. Если ты хочешь силой подчинить себе людей и обратить их в свою веру, тогда ты не мусульманин, ты американец. Они тоже говорят о демократии, но учат демократии бомбардировками. Даже в самой глуши, здесь, в Пакистане, вы всегда найдете Пепси и Кока-Колу. Либо кола, либо убивающие нас беспилотники всегда в наличии. Вы не найдете дорог или электричества, но вы найдете товары транснациональных корпораций. Томас Фридман, этот апостол неолиберализма, писал: «Макдональдс будет доставлен к вам на крыле F-16».
Один генерал сказал мне: да, мы все сейчас используем страны-сателлиты. США, Россия, у нас у всех есть союзники. Но мы идем к той точке, когда мы перестанем действовать опосредованно. И мы дойдем до открытого конфликта. Поэтому давай с тобой договоримся. Если однажды мы увидим друг друга на поле боя, ты не станешь стрелять в меня, я не стану в тебя. Алчность – это не вопрос религии, это вопрос законов и здравого смысла. Религии просто формулируют это, но в конце концов все религии говорят об одном – будь добр к своему соседу, не будь слишком жадным, потому что если ты жаден, в конце концов ты сам заплатишь за это. Мы живем по изменившимся этическим правилам. Потребление сегодня заслонило все. Быстрое обогащение и потребление здесь и сейчас стало целью. Жизнь взаймы, жизнь непосредством. Однажды за это придется заплатить. Мысль о том, что если пожертвовать потребностями человека ради интересов рынка, то наступит счастье. Это полный бред. За последние 3000 лет не случилось ничего, что подтверждало бы этот абсурд, распространяемый бездарными экономистами вроде Мильтона Фридмана или третьесортными писателями вроде Айн Рэнд. Мы забыли, откуда мы родом. Мы забыли, что многие явления в живой природе имеют значение, которое не может измеряться деньгами. Что человек сам по себе имеет ценность, неизмеряемую деньгами. И я думаю, что весь этот сумасшедший проект готов обрушиться нам на голову. Творческий вечер в публичной библиотеке Филадельфии закончен. Крис Хеджес, бывший сапкор «Нью-Йорк Таймс» на Ближнем Востоке, покинувший газету в знак протеста против войны в Ираке, раздает автографы. Библиотеку угрожают закрытие, в местном бюджете нет на нее денег. Филадельфия все сильнее напоминает своего соседа. Город, раскинувшийся совсем рядом, за мостом через реку Делавэр. Это был один из самых перспективных промышленных городов мира. За этим мостом раскинулся наш высокоразвитый и богатый сосед, город Кэмпден. Здесь производили все, от военных кораблей до сидений для унитазов. Здесь был придуман граммофон. Звукозаписывающая индустрия родилась здесь, в Нью-Джерси. Лучшие певцы планеты приезжали сюда, чтобы записывать свои арии. Здесь были театры, 20 кинозалов, опера. И что же случилось со всем этим? Сегодня Кэмпден – беднейший город в Америке. Город с самой высокой в США статистикой убийств. С 1 января у нас было убито 53 человека. Настоятель католической церкви Святого Сердца Майкл Дойл служит в Кэмпдене последние 38 лет. За свои взгляды он был командирован сюда из Ирландии и давно перестал ждать нового назначения. Дойл – один из немногих белых, оставшихся в Кэмпдене, после того, как отсюда эвакуировались офисы корпораций. Город принимает канализационные стоки со всего округа, что позволило закрыть 46 очистных станций в более богатых районах. Здесь сжигается мусор со всего округа. Здесь размещены две тюрьмы. Сюда везут металлолом со всего южного Нью-Джерси. Все, что сломано и не подлежит восстановлению, отправляется сюда. Кэмпден – это самое наглядное место в Америке, чтобы увидеть, насколько ущербна нынешняя система. Это жертва их прогресса. Это те, кого выбросили за борт. И теперь весь мир пробует, каково это. Современный Вавилон – это как раз вот полное порабощение сил души. Мне как монашествующим, как воин Христов, понятно, что кто в этой игре главный правитель, всегда был и есть, естественно, сатана, это дьявол. Бог – хорошая придумка для людей, боящихся умирать, боящихся импотенции и так далее. В основном, вот это два момента, когда люди приходят к Богу. Мне это не грозит. Мы животные и живем по инстинкту. Нам нужно сохранить себя и размножиться. Yeah.
утратит мораль и понятие справедливости, он опустится ниже животного. В Коране сказано, у них есть глаза, которые ничего не видят, у них есть уши, которые не слышат, у них есть сердца, которые не бьются. Они становятся животными, хуже, чем животные. Будь мусульманином, христианином или неверным, но не переставай при этом быть человеком. Вера благословляет твой человеческий облик. Лас-Вегас и Голливуд хотят сделать тебя животным. Они думают только о прибыли, а это и есть превращение в зверя. Добра сила удерживающая, она не явная, она не с оружием. Это область мрака, к сожалению, свойственна всему человечеству. Но есть область света, куда мы должны идти. И это тоже внутри вас. Вот путь-то этот внутри нас. У меня нет отчаяния. Я верю. Я знаю, что когда люди почувствуют боль, они начнут искать лекарства. Мы сможем найти это лекарство. Жизнь только в руках Бога. Ничего не надо бояться. Показ. Действительно, очень много мыслей, очень много разных мыслей у всех возникло, и даже это как-то так почувствовалось. И я забыла сказать, что Константин буквально пару дней назад прилетел из Америки, значит, и работал там над очередным телевизионным своим проектом. И в связи с этим, конечно же, первый вопрос, который вот и сегодня задавали журналисты, и который нас, наверное, всех волнует. Каково ваше мнение, чем закончится вот этот вот бюджетный кризис в США? То, чего мы решение, которое весь мир ожидает через несколько дней. И каково было ваше мнение по итогам ваших встреч, вот этих американских, буквально несколько дней назад? Что вы зря говорили об Армии. Все время, я хочу предупредить, просто эти вопросы всегда поступают. Что бы вы посоветовали? Какой выход вы видите? Я заранее хочу расписаться в своей беспомощности. Я не знаю, к сожалению, что можно было бы сделать и какого-то простого решения подсказать не смогу. Некоторые, посмотрев фильмы, некоторым казалось, что вот мы толкаем зрителей в сторону религии, что мы единственное, что вот можем порекомендовать, так это молиться. Кому-то казалось, что наоборот, слишком мало религии в фильме. Нет, на самом деле суть в том, что ответов, таких железобетонных ответов у нас нет. Мы так же, как и все остальные, вращаемся в этой вихревой спирали и наблюдаем за происходящим. Есть какие-то соображения, но рецептов, я боюсь, что я просто не смогу ничего предложить, внятного, по крайней мере. Что касается поездки, да, действительно, мы по другой теме сейчас снимали в Штатах, видимо, это вот судьба моя такая, периодически все-таки туда наведываться, хотя это по содержательной части было, никакой тяги особенной к этой стране так у меня не появилось, несмотря на годы, проведенные там. Вот, я не думаю, что мы увидим какие-то драматические события на этой неделе. В четверг, если не ошибаюсь, это крайний срок, когда
президент и Конгресс должны прийти к какому-то согласованию по поводу возможности или невозможности поднятия планки заимствований государственных. Так происходило не раз уже, так было год назад, если не ошибаюсь. Да, действительно, не было этого шатдауна, закрытия государственных учреждений 17 лет. Но даже эта ситуация для американцев, в общем, новой не является. В сущности, они решают сейчас внутриполитическую проблему, кто будет... Это совершенно политический вопрос. Кто будет главным? Конгресс пытается оппонировать демократическому президенту, не очень популярному в стране президенту, теряющему очки с каждым шагом. Многие небезосновательно упрекают его в слабости. Ну, с точки зрения обыкновенного рядового американца, это действительно, наверное, так. И градус общественной дискуссии в Штатах, конечно, очень высок. Вот буквально вчера я смотрел, вы тоже, наверное, видели, дальнобойщики перекрывали кольцевую дорогу в Вашингтоне, и часть недовольных, там, 1003 человек, вывалилась на мемориальное кладбище ветеранов Второй мировой войны, опрокинула заграждение и пошвырнула их к Белому дому, аж к самому. То есть это, конечно, не самая, скажем так, заурядная ситуация для американцев. Но, тем не менее, это вопрос политический. Сумеет Конгресс, республиканцы в Конгрессе, сумеют они отстоять свою точку зрения и добиться от Обамы сворачивания части из его программ, социальных программ, с которыми он шел на выборы и которые являются, в общем, его фирменными программами. В противном случае, если он отказывается и от них, то получается, что он во многом, конечно, будет несостоятельным, несостоявшимся президентом. Почему я говорю, что это вопрос технический? Потому что формально принятие решения о изменении потолка заимствований – это обычная совершенно процедура. Она всего лишь развязывает руки Федеральному резерву США, позволяет ему так же, как и сейчас, и дальше печатать по 8, ну, условно говоря, печатать. Понятно, что все эти деньги вбиваются в электронный реестр нажатием каких-то клавиш. 80 миллиардов долларов в год – это так называемая политика количественного смягчения, QE. Она, ну, и о ней тоже в фильме говорили, просто то, что вы видели, это сокращенная версия. Вот. Ну и, соответственно, весь мир вместе с американцами, если такое решение будет принято, продолжит сидеть на этой финансовой игле. Я очень сомневаюсь, что произойдет дефолт. Если бы такое решение было принято, я думаю, что оно должно было бы принято быть на самом-самом высоком уровне вот этой корпоративистской пирамиды, потому что последствия могут быть действительно катастрофическими. Это и обвал финансовых рынков, это и чехарда с валютами, немедленное начало валютных войн. Понятно, что это практически объявление войны Китаю, крупнейшему кредитору Соединенных Штатов. Непонятная ситуация с Японией, тоже крупнейшим кредитором Соединенных Штатов. Поэтому, я думаю, это практически исключено. Мы уже этот спектакль, говорю, год назад наблюдали, когда нет, нельзя поднимать, потому что мы тратим очень много, нам нужно сокращать расходы. Но в результате все-таки подняли. Думаю, они сделают это снова. Вопрос в другом, как долго это можно делать, как часто можно ли поднимать этот потолок заимствований до бесконечности, потому что ясно, что планета заваливается деньгами, ничем не обеспеченными, не имеющими реального стоимостного, что ли, выражения. И, в общем, никогда в истории человечества, во-первых, ничего подобного не происходило, а если даже отдаленно что-то напоминающее это происходило, то, как правило, заканчивалось очень плохо. Вот вспомнить даже какую-нибудь денежную реформу Джона Ло во Франции, когда подобным же образом решил французский двор наполнить казну, и, в общем, каким политическим последствиям это привело. Сейчас, конечно, беспрецедентная в мировой истории ситуация. Один гегемон, один печатный станок, и никто не заинтересован в том, чтобы внезапно печатание денег прекратилось, потому что кто-то мне написал, какими будут последствия для Латвии, да для всех это будет термоядерный взрыв. Но я на 99% уверен, что эта вероятность исключена. Ну, вот того, что американцы сами вдруг возьмут и решат объявить технический дефолт. Да,
Так, дорогие коллеги и гости, пожалуйста, руки поднимайте, да, все-таки пусть. И я сразу хочу напомнить то, что мы посмотрели. Это часть фильма, а сам фильм целиком, если кому-то интересно, вы можете посмотреть полностью на сайте, да, Константина Семина. Потом или подойдите кто-то, или в газете «Суббота» будет написано, да, обязательно. Так, пожалуйста, да, вот сейчас на... Представляете, все. Владимир Строй, Национальное радио Украины. Возможно, этой серии незаданных вопросов вы говорили, что такие есть. И то, что мы не весь фильм смотрели, возможно, в фильме есть ответ на этот вопрос. Но как вы относитесь к такому явлению, которое называется «экономические убийцы»? Вы знаете этот термин. Ну и можно ли считать, что эта технология применима к странам Восточной Европы, в частности, к странам Балтии и к Украине? Спасибо. Да, конечно, термин не знаком, он происходит от названия книги «Исповедь экономического убийцы», написанной Джоном Перкинсом. Джона Перкинса несколько раз мы приглашали в наш эфир, он участвовал в моей программе, когда я вел ее в Москве. Я думаю, что я книжку, естественно, его читал. Я думаю, что, ну, для тех, кто не в курсе, там фабула такова. Человек рассказывает о том, как в юности еще был завербован американским агентством национальной безопасности и в качестве экономического советника путешествовал по миру. Там упоминается Эквадор, Саудовская Аравия, Индонезия. И участвовал в программах приватизации в этих странах с целью поставить эти страны под тотальный контроль транснационального, ну, в первую очередь, американского капитала. Книга, конечно, очень такая детективно завлекательная, но я думаю, что в ней рисуется все-таки достаточно упрощенная картина мира. И вообще, то, что мы попытались изобразить, хоть, конечно, это может быть и выглядит так, это все-таки не картина всемирного заговора там, каких-то нескольких сотен мудрецов, которые собираются на закрытых кухнях и что-то там решают. Это естественное развитие событий для мира, который, ну, после краха советской модели развивается по одному единственному сценарию. Этот сценарий мы пытались для этого внести нравственную, религиозную компоненту фильма. Называется «Падающего толкни». И поэтому рано или поздно из самых хитрых, самых шустрых предпринимателей, ну вот этот процесс взаимного поедания акул приводит к тому, что остается несколько монстров, несколько хищников. Вот эти хищники, по большому счету, и делят сегодня ресурсы, государства, начинают и заканчивают войны. Именно так и развивались события перед Первой мировой войной, перед Второй мировой войной. Тут, к сожалению, для человечества ничего нового нет. Вопрос в том, насколько человечество способно извлекать уроки из своего собственного, часто кровавого опыта. Вот. Поэтому я не думаю, что есть какая-то группа физических лиц, задача которых уничтожить, предположим, Украину, или уничтожить Россию, или уничтожить Латвию. Это все делается ради прибыли, в первую очередь, ради постоянного вот этого кэшфлоу и использования специальных служб, армии. Это всего лишь сопутствующие процессы. Главная задача – это максимизация прибыли. И в этом смысле никакой специфической ценности Украина или Латвия по сравнению с Венесуэлой или Ираном не представляют. Это тот же самый процесс, просто в каждом конкретном месте он имеет собственное локальное выражение. Пожалуйста, встречи. Я всегда извиняюсь, что я вас не даю вам слово. Вячеслав Алтухов, доктор экономики. Но нам известно, что тяжелые процессы происходят в России, несмотря на все усилия. Там чрезмерное социальное расслоение, которое весьма опасно. На ваш взгляд, что это такое? Это слепая вера в рынок определенного слоя и непонимание возможной опасности социального срыва? Или же молчаливая договоренность правящего слоя вместе с олигархами о том, что мы извлекаем сверхприбыль, увозим капиталы за рубеж в неограниченном масштабе, да? Для того, чтобы разграбить страну, а после нас хоть потоп. Может быть, это главная концепция развития России? Спасибо. Пожалуйста, вы знаете, мне нечем опровергнуть пафос вашего вопроса. Я согласен с той картиной, которую вы нарисовали. И когда
фильм только готовился к эфиру, а на самом деле кризис вот этот, он уже переживал Грецию, многие другие страны, Испания уже от него страдали, но до России он не докатился еще в тот момент. Мы говорили, что это случится, потому что главный рынок для сбыта российских энергоносителей – это Евросоюз. И если Евросоюз идет вниз, значит Россия это почувствует в любом случае. Точно так же, как Китай почувствует замедление экономики Штатов, а Европа почувствует замедление экономики Китая, потому что все взаимосвязано и переплетено. Что касается поведения элит, я опять же, я не сторонник того, чтобы вычислять какие-то конкретные личности и приписывать им особые полномочия, тайные договоренности, вот мы будем грабить страну так или перевернем ее на спину и будем делать это по-другому. Я думаю, что после уничтожения Советского Союза в нашей стране создан такой же, точно такой же класс компрадорской буржуазии, заинтересованный в вывозе капитала за границу и размещении его где бы то ни было, где, как вот этим людям кажется, он будет в большей безопасности. Точно такой же класс есть в Латвии, точно такой же класс есть на Украине, в Венгрии, в Румынии, в самих Соединенных Штатах. И эти люди мало чем отличаются. Конечно, кто-то из них считает себя голубой кровью, белой костью, и, скажем, компрадоры американские вряд ли сядут за один стол с российскими. И уж, наверное, с любыми другими представителями нового предпринимательского сословия с постсоветского пространства. Но суть процесса та же самая. Почему я считаю, что в России, тем не менее, ситуация особенная? Почему я все-таки сохраняю надежду? Почему я считаю, что те идеи, которые, пробуксовывая, но все-таки со скрипом, преодолевая сопротивление, но все-таки реализуются в нашей стране, и эту надежду дают. Я имею в виду и строительство таможенного союза, и евразийский проект. Я думаю, что инерция... историческая инерция, духовная, что ли, инерция, которая есть на нашей вот огромной территории, природная склонность, если хотите, русского и других коренных народов нашей страны, предрасположенность к коллективизму в противовес вот, шкурничеству, если уж называть вещи своими именами, навязывающемуся сейчас как модель поведения для всего человечества. Вот эти вещи, они создают какой-то естественный, природный резерв, ресурс сопротивления той самой компрадорской элите, о которой вы говорите. Поэтому есть и другая элита. И я надеюсь, что экономический кризис, я вижу это, да, экономический кризис, он обостряет политические противоречия. Я надеюсь, что история нашей страны, ее инерция этой истории позволит вот в этой непростой ситуации рано или поздно компрадорские интересы опрокинуть и подчинить их интересам большинства. А какой это стационер говорите? Россия или Советском Союзе? Я говорю о России на сегодняшний. Вот еще пожалуйста. Вопрос, какова роль нынешней российской оппозиции в общественной жизни, насколько ее поддерживает население, каково ее будущее? Тут очень сложно угадать, какая имеется в виду российская оппозиция, потому что... Либеральная, я думаю, что она ничтожна. Но нужно понимать, что в оппозиции по отношению ко многому из того, что вот предыдущий наш гость сегодняшний описывал, в оппозиции к этим явлениям, к разворовыванию страны, к вывозу капитала, находится огромное большинство населения. И это большинство тоже можно считать оппозицией. И, безусловно, народ не принимает эти вещи, безусловно, многие против, но так же, как и я, многие надеются. Я надеюсь, что лимит этих ожиданий исчерпан не будет, и ситуация, как не раз бывало в нашей истории, все-таки вывернет на какой-то позитивный круг, на позитивную спираль развития. А либеральная оппозиция это никто. Эти люди не имеют никакой абсолютно поддержки населения. Это пропасть между сытой, во многом уже не ощущающей себя частью России столичной интеллигенцией и подавляющим большинством людей, которые в первую очередь обеспокоены тем, как они будут, где они будут работать, как они будут кормить своих детей. И как будет выглядеть и называться их страна завтра. Спасибо. Добрый
Добрый день, меня зовут Ирина Борцова, я юрист, преподаватель и занимаюсь еще поэтическим творчеством, поэтесса. Международная ассоциация писателей-публицистов, ассоциация деятелей русской культуры. Мой вопрос, немножко о себе. Я ваши фильмы пересмотрела, третий раз смотрела сейчас. Я смотрела, как вы смотрите, я подумала, какой, который раз смотрите вы, наверное, 1101. Но вам необходимо это знать, что улучшить, как изменить, работать над своим фильмом. Я обратила внимание на то, что были в фильме указаны следующие страны. Испания, Германия, Италия и Греция. Я обратила внимание на то, что ВВП на душу населения в Испании 29 289, в Германии 41 513, Италии 33 115, Греции 22 072, в Латвии 13 900. Далее я посмотрела приличные, богатые города Америки, какие у них ВВП на душу населения. Эти ВВП на душу населения Бринжпорт 78 560 тысяч на душу населения долларов. Прекрасные города, понимаете, Америка процветающая страна, также процветающая страна Европа, ВВП в Европе преодолела даже... Цифры не запомним сейчас, формулируем. Иеромонах почему-то имеет в своем распоряжении несколько лодок моторных, и я видела еще резиновые, очень хорошие, качественные, моторные. Почему несчастная лошадь перевозит дрова? И, понимаете, буквально по камням, да, вместо того, чтобы переправить по два, по три бревна на этих лодках моторных. Вот это мой вопрос. Понятно. Предисловие было. Откуда подставной иеромонах? Слышно? Стараюсь. Я сначала подумал, что может быть стоит попросить доктора экономики ответить по ИПЕСе, но... Коль скоро у нас такая репрезентативная аудитория сегодня, это приятно. Что касается ВВП на душу населения, вы знаете, ВВП на душу и ВВП сам по себе – это очень лукавые экономические показатели, которые далеко не всегда и не все отражают. Я вот наш последний заезд на прошлой неделе в Штаты оказался в городе Бинглингтон на севере штата Нью-Йорк. У нас там просто было интервью, вообще не связано с экономикой совершенно. Это город промышленный, где когда-то находилось, если я не путаю, стальные сталелитейные производства. Вот. И вот едешь вечером по этому городу и смотришь на ВВП, на каждую встречающуюся тебе душу населения. Вот. И справа и слева ты видишь людей, абсолютно опустившихся, да, то есть там запредельный уровень наркомании, преступности. Я причем видел разные города, вот тот же Кэмдон, он в большей степени черный. Баффало, когда въезжаешь через канадскую границу, тоже индустриальная когда-то столица восточного побережья. Но это был первый раз, когда я видел абсолютно деградировавшую белую глубинку, когда к 18 годам у молодых там людей выпадают зубы. Когда ты идешь, говорю, и видишь, как из продуктовых магазинов женщины 40-50 лет выносят такие вот огромные тюки с пивом. И там по лицу ясно, что происходит, потому что заводы проданы и вывезены в Китай. Поэтому я не берусь отстаивать вот точку зрения, что Америка умерла. Да, но то, что явления, описанные в этом фильме, они не высосаны нами из пальца и взяты не с потолка, вот здесь я, пожалуй, готов поклясться, что это так. Мы это видели, и это действительно происходит. Да, безусловно, если вы посмотрите на то, как живет, предположим, Нью-Йорк, город, существующий в значительной степени за счет налоговых отчислений Уолл-стрит, вы увидите, что там заполнены рестораны, и там все замечательно. Если вы пересечете Гудзон и окажетесь в Юнион-Сити или в Нью-Йорке, точно такой же промышленный город. Вот. И я боюсь, что после 5 вечера вам будет очень проблематично прогуляться по улице там. И про Германию можно много что сказать, и про Испанию, потому что, вы понимаете, ВВП на душу населения – это такая фикция. Ведь важно, где ты живешь, в чем ты живешь, какой у тебя объем за плечами ипотечной задолженности, сколько ты должен в месяц платить за квартиру, в состоянии ли ты платить. Когда практически каждый встретившийся нам испанец младше 30 или около 30 лет оказывался, по сути, иждивенцем на шее родителей, зависящим от ежемесячных поступлений из бюджета Евросоюза.
2000 евро, конечно, неплохо, полтора года они могут позволить себе так жить, но так живет за 55% молодого населения, не имеющих работы. Поэтому это не выдумка, это правда. А вопрос был про лодку, да, если не ошибаюсь? И про бревна. Значит, мы специально, мы прекрасно понимаем, что к представителям церкви, не только православной церкви, любой, и не только в нашей стране, всегда можно предъявить массу претензий, всегда можно показать золотые позументы, рясы роскошные, расшитые. Это польский полуостров или где? Нет, это Карелия. Карелия — это примерно 1000 километров от Москвы, из них 300 по бездорожью и 25 вплавь. Это остров, который находится прямо вот в сердце одного из этих озер. На этом острове живут 4 человека. Не знаю, чем вам приглянулись лодки, там действительно хороший японский мотор, но это мотор, который пожертвован людьми, приезжающими на этот остров на исповедь. Этот монах и вообще все вот деятели, что ли, служители культа, если можно использовать такую терминологию старинную, да, уже, участвующие в нашем фильме, они найдены не случайно. Этот человек в 90-е годы, когда вот приватизация у нас шла и все занимались активно бизнесом, отец Илья, он в этом поучаствовал. И достаточно драматично поучаствовал, потерял все, опустился, и, побывав на самом верху, оказался на самом дне, увидел все, что только можно представить. И вот этот человек уходит абсолютно из этой жизни, полностью отрезает все контакты и живет исключительно тем, что вот ловит рыбу. Да, у него есть и японский мотор хороший, но это, пожалуй, единственное, что там есть. Если бы вы увидели, как вот выглядит внутренняя обстановка, что едят на первое, второе, третье в этом скиту, да, так, наверное, склоняется, вот, то вы бы поняли, что там ничего роскошного нет. А лошадь с бревнами — это вообще-то не монахи, это просто через соседний пролив переправляются. Там охотники живут какие-то, может быть, человек 40 на все озеро. Мне просто неудобно было спросить, да и тяжело было бы это сделать, почему они бревна возят именно так. Где вы это отношение? Спасибо. Следующий вопрос. Митрофан Слободян, финансовый аналитик. Если можно, в начале суждения и два взаимосвязанных вопроса. Вот первое суждение. Знаете, вот в вашем фильме герой однозначно во всех своих бедах винят финансовые корпорации, банки, транснациональные корпорации. Но никто не винит государство, которое никак не ограничили деятельность вот тех самых корпораций, банков. И никто, кроме религиозных деятелей, не винит само население, которая с удовольствием пользовалась всеми возможными кредитами, гонялась за потреблением, и в результате кризис и случился. И вопрос у меня из-за этого следующий. Почему в вашем фильме нет героев, которые представляют сами транснациональные корпорации, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Barclays и так далее? И второй вопрос. Вот вы, отвечая сегодня на два предыдущих вопроса, отметили, что вы ни в коем случае не придерживаетесь никаких конспирологических теорий заговора. Но знаете, ваш фильм, как мне показалось, все-таки говорит об обратном. Герои фильма говорят о том, что существует 50 инвестиционных финансовых компаний, которые контролируют абсолютно все. Да, герои фильма, разумеется, говорят о том, что рынок решает абсолютно все, но на этот рынок тоже же можно как-то повлиять. Вот вопрос, а как вы считаете, вот когда вы опросили нескольких экономистов, героев, побывали в нескольких странах, вот контроль за этим кризисом, действительно он отсутствовал полностью, напрочь? Действительно ли было все стихийно? Или какая-то доля искусственно здесь тоже присутствовала? Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, по поводу транснациональных корпораций, безусловно, мы обращались в инвестиционные банки. И вы знаете, не только нам, мы не единственные, кто от Goldman Sachs не сумел получить комментарий. Тем не менее, в фильме есть представители корпорации. Вот, например, Манджи Гауди, это генеральный директор транснациональной корпорации Синалка, она, по-моему, называется. Она занимается производством, не банковскими услугами, но, тем не менее, это масштабный международный бизнес. То же самое касается и текстильной промышленности в Италии. Да, это производственники, но показалось, поговорить с производственниками, может быть, даже важнее, чем с банкирами. А банкиры понимают прекрасно, как кошка, которая чует.
Вот, и поэтому они стараются как бы не злоупотреблять публичностью. Что касается теории заговора, да, и впечатления, которое создалось, те 50 компаний, что мы цитируем в фильме, это же не из потолка взятые цифры, это доклад швейцарского технологического института. Это действительно очень нашумевший доклад, он составлялся группой математиков под руководством Стефана Батиссона, к которому я ездил, с которым разговаривал. Да, я, безусловно, не математик, я не в состоянии понять все их расчетные модели. Да, конечно, когда этот доклад был опубликован, он произвел эффект разорвавшейся бомбы, его разобрали на цитаты, Bloomberg, там, AP, все, кто можно, и он считался таким частью своеобразного манифеста движения «Оккупируй Уолл-стрит», потому что впервые появилось научное подтверждение, ну или относительно научное подтверждение тому, что да, в мире происходит сверхконцентрация капитала. Это единственный вывод из этого доклада. Никто не говорит о том, что есть заговор сионских мудрецов. Речь о том, что происходит сверхконцентрация капитала. Это совершенно не новая мысль, она высказывалась на протяжении 19 века и 20 века. И исследование носит практический характер, оно лишь подтверждает, что это так. Что касается виноватых среди корпораций, простите, среди населения и среди государства, мы отыгрываем эту мысль, мы говорим, что ведь когда речь заходит о трагедии Греции, предположим, то в Германии и вообще в Европе очень распространена точка зрения, что греки просто слишком много ели и слишком мало работали. Многие, кто приезжает в Грецию по туристическим визам, считают, что это действительно так. Вам медленно приносят кофе, они вообще неповоротливые, да, но в то же время считают, что им все обязаны. Так вот, мы пытались объяснить, что Греция – это не экономика сервисов. Греция до последнего времени, до вступления в Евросоюз, это, кстати, важный, наверное, урок для Латвии в том числе, это была экономика производства. Это была страна, которая обладала крупнейшей судопромышленной линейкой в мире. Вот. И в результате она даже аграрной страной перестала быть, потому что вся сельхозпродукция там на огромный процент, чем, естественно, сегодняшние греческие националисты, к примеру, возмущены, это импорт. Поэтому в разделении труда, которое вот эта глобальная неолиберальная система навязывает, в Греции было уготовлено именно такое место, место обслуги. И греки это место заняли. Поэтому они и жили на кредиты. А что, поведение государства, почему государство не ограничивает банки, а почему государство в Соединенных Штатах в 1999 году взяло и отменило закон Гласса-Стигла, принятый в 1933 году, который запрещал банкам совмещать инвестиционную деятельность с финансовой. С этого, собственно говоря, и началась Великая депрессия, когда банки начали заниматься спекуляциями. В 1933 году два конгрессмена Гласса-Стигл пролоббировали принятие законопроекта, запрещавшего это. В 1999 году администрация Клинтона это отменила. Почему это произошло? Почему пришел Алан Гринспен и сказал, что наступает эра, как он говорил, irrational exuberance, иррациональное изобилие, когда всем будет всего и всегда хватать, потому что мы создаем такие математические модели производства денег, что риск дефолта можно бесконечно распылять по бесконечному же количеству финансовых инструментов, таких как деривативы, кредитно-дефолтные свопы и так далее. Почему это происходило? Потому что государство во всех странах, и в нашей стране, и в Соединенных Штатах в первую очередь, приватизировано. Приватизировано. Оно не является государством по сути. Государственные функции отданы на откуп частным корпорациям. Вы видите это во множестве примеров. И когда мой коллега, американский журналист Джеффри Ингерсол в фильме говорит о том, что война – это корпорация, это действительно так. Посмотрите, кто ведет войны сегодня. Крупнейшая корпорация в мире – это Пентагон, который сегодня строит всю свою работу на аутсорсинге, на привлечении частных компаний, таких как Blackwater и так далее, и так далее. Государство как концепция, защищающая национальные интересы народа, если хотите, да, она потихонечку списывается в мути. Нам говорят, что приватизации должно быть подвергнуто все. Вот поэтому винить государство невозможно, потому что государство – это жертва сегодня. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Где вы показывали этот фильм, какая была реакция, скажем, со стороны корпораций, банкиров, там что-то такое слышали? Или ваших героев? Ну вот гражданин, который у нас в конце фильма появляется и говорит, что мы животные должны потреблять как животные, это известный, в общем-то, в России предприниматель. Просто мы видим лишь последнее его высказывание. А так мы касаемся... Чичваркин. Да, это человек, который начинал
мелким торговцем на Витинском, если не ошибаюсь, рынке и создал крупнейшую сеть продаж, да, евросеть продаж сотового телефона в России. Сейчас он в эмиграции и критикует во всю власть, экономику, ну, предсказывает нам мрачные, значит, сценарии самые разные. Чем нам был интересен Чичваркин? Тем, что он в России является главным проповедником учения Айн Рэнд. А учение Айн Рэнд, это, кстати, наша соотечественница в прошлом, это женщина, если она вам неизвестна. Ее настоящее имя Алиса Розенбаум, она из Петербурга. Переехав в Штаты после революции, она написала книгу «Атлант расправил плечи». Это Библия капиталиста. Это книга, которая говорит, что моральные категории в бизнесе неприемлемы. Каждый думает за себя, о себе, каждый умирает в одиночку. Это манифест сегодняшнего вот, экономического мироустройства. А Чичваркин был посредником создательства, которому принадлежат права на книги Айн Рэнд, распространение этих идей в Москве. Он даже, по-моему, Медведеву как-то подкараулив его на красной дорожке, подарил этого Атланта несчастного. Вот, и мы с ним разговаривали, и, конечно, отношение его можно было заранее очень предугадать. Вы хотите вывернуться наизнанку, кризиса нигде нет, он есть только в России, весь мир живет замечательно, ситуация, там, затруднение временно, все будет хорошо и все будет отлично. Каких-то других комментариев после просмотра этого фильма от этих людей не поступало. Ну, может быть, потому что я не на короткой ноге с ними. Вот. Зато от обыкновенных людей, от простых зрителей в нашей стране мы получили достаточно много позитивных отзывов. Многим показалось, что мы, если не попали в цель, то где-то рядом прошли. Спасибо. Вот у нас муж гостя не трогал. Вы у нас первый раз. Представьтесь, пожалуйста, если подарок. Петерсон Валерий. Свежий. Я гость такой посторонний. Потому что я не учитель, не профессор, а просто вопрос. Сам по себе вопрос. Философ-логик. Так вот я скажу так. Я в этом фильме посмотрел, увидел то, чего мы видим все время в новостях. События. Поверхность тел, которые человечество делает. Все они, конечно, настроены на хорошие цели, даже плохие действия, потому что когда человек или общество не понимает, куда движется, зачем движется и что надо, то оно, естественно, ищет способы довериться личностям. А что такое личность? Вопрос состоит в том, что вы точно уверены, вы точно уверены, что вот я посмотрел и такую фразу услышал, что в мире нет способов, никто не придумал, ну, чтобы этот кризис разрулить, который сегодня оказалась мировая общественность. И экономика, и социология, и капитализм, все. Так вот, вопрос состоит в том, что умы людей много, только их все стесняет, вытесняет культура. Ну, я чувствую, вы начинаете излагать ответ. Подключите микрофон. У нас тут нет, к сожалению, инструментов. Давайте говорить не монологами, а кратко формулировать вопрос. И нет людей, которые знают. Нет. Я отвечу фразой Миньона, да, я знаю. А я вам скажу. Я знаю все, я ничего не знаю. Мы собрались для того, чтобы... Чтобы решить, что делать, чтобы послушать нашего гостя. Простите, пожалуйста, у нас не дискуссия, а вот просто другой раз, когда у нас будет дискуссия, очень мало времени. Пожалуйста, следующий вопрос. Ой, там... Спасибо вам за вопрос. Получается, что люди должны делать. Все это знаю, пожалуйста. Все проблемы деньги, а деньги – это доверие, консервированный труд человека. Спасибо. Давайте других уважать тоже, желающих задать вопрос. Я всех уважаю, но... Пожалуйста, сядьте. Здравствуйте, меня зовут Владислав, и я свой студент курса журналистики. Нет, только журналистика. Я видел отрывок, потому что фильм от...
там, где была Швейцария, и где ребята защищали свою диссертацию, как я помню. И то, что они открыли, то, что фактически весь мир принадлежит 50 корпорациям. И мой вопрос, какова была реакция общественности? Они поняли, что да, действительно, весь мир принадлежит каким-то 50 людям, или все-таки это не должно быть, должно как-то по-другому. Ну, я уже вскользь упомянул, что этот доклад, он получил достаточно широкую огласку, и движение «Оккупируй Уолл-стрит» очень его активно эксплуатировало. Поэтому, безусловно, был отклик. Речь не о том, что 50 человек контролируют мировую экономику, речь о том, что за сложной структурой собственности, перекрестного владения компаниями компаний, это вот сложное уравнение, да, можно упростить. И выяснится, что если вот промежуточные звенья, дочерние структуры вывести за скобки, то подавляющее большинство компаний, огромный процент мировой экономики контролируется вот этими 50 корпорациями. Вот в чем была идея. И она действительно показалась достаточно революционной для многих участников протестных движений не только в Штатах, в Европе и так далее. Если вы наберете в интернете доклад Баттисона, вы прочтете очень много на эту тему. А самое главное, можете скачать сам доклад и посмотреть вот в яве, как там все посчитано и излагается. Спасибо. Вот еще следующий. Юрий Делан, физик, Латвийский университет. Мой вопрос: против глобализации может работать локализация? Здесь об этом упомянул Андрей Кобяков, который тоже выступал, как-то решенный. И наблюдали ли это движение и есть ли сопротивление против этого, чтобы люди попытались локально устроить свою жизнь, и если это удается, то их уничтожают или как-то сопротивляют с этим. То есть насколько активно против локализации, против такой, движения к натуральному хозяйству действует хозяин мира корпорации. Спасибо за вопрос. Интересный на самом деле поворот, потому что, вы знаете, когда человечество в подобной ситуации, это я уже размышляю, оказывалось перед Первой или Второй мировой войной, то альтернативой корпоративистской глобализации выступал проект глобализации социалистической. То есть интернационализации такой же, да, но на другой основе, на другом основании. Оба этих проекта в тот момент, и капиталистический, и социалистический, представлялись проектами прогрессистскими. То есть это был прогресс. То, о чем вы говорите, локализация в противовес глобализации, это проект социального регресса, если хотите, потому что глобализация основана на научно-технической прогрессии. Грубо говоря, глобализация в состоянии произвести там бомбардировщик B-2, или там стелс, да, или томагавк, для того, чтобы продолжать освоение рынков, пространств окружающих. А локализация — это вот лошадь, переходящая вброд, да, Карельскую реку. Очень часто в разных странах люди, наконец осознавшие губительные последствия глобализации, начинают впадать вот в эту противоположную крайность и в своих ареалах обитания пытаются выстроить что-то вроде новых колоний поселений. В Штатах есть целое движение, так называемые «преперс», которые готовятся к концу света, там складируют оружие, вот. Ищут единомышленников, формируют какие-то гипотетические колонии, ветровые, солнечные генераторы устанавливают. У нас есть поселенцы разнообразные. Как правило, в этом случае люди ударяются очень сильно в религию. Да, и все это подразумевает, по крайней мере, с точки зрения цивилизационного развития, научно-технического развития, безусловно, откат в прошлое. Флагманом этого движения сегодня, направленного против глобализации, является, безусловно, исламский фундаментализм. Безусловно, ваххабизм — это вот черное знамя антиглобалистского проекта. То, что мы видим, то, как обустраивается жизнь на территориях, где эти силы приходят к власти, говорит о том, что да, это средние века. Средние века в противовес анархии и вот этому вот страшному проекту глобализации.
насколько это можно поддерживать, то есть это такой, знаете, большевизм наоборот. Насколько вот этому можно сочувствовать или поддерживать, можно ли считать, что у этих движений есть шансы в противоборстве с глобальной вот этой вот машиной, я очень сомневаюсь, потому что в конечном счете все решается на поле боя. И там деревянной дубиной не намажешься. Вот. Именно поэтому, кстати говоря, до сих пор ведутся в стране страшные дискуссии по поводу коллективизации, индустриализации, насколько это было неизбежно, необходимо, жертвы и так далее, и так далее, и так далее. Уверен, что здесь есть точно такая же дискуссия. Но очень часто, когда такие разговоры ведутся, от тех, кто в них участвует, ускользает тот факт, что вот на самом деле противостоять тогдашней глобализации 19-го года или 41-го года без современных средств вооружения, без научно-технического прогресса было невозможно. И поэтому в Советском Союзе локальный проект, деревенский проект, аграрный проект, традиционный, религиозный проект был принесен в жертву вот этому. Вот. Ну и мы, тем не менее, сейчас уже можем делать вывод о том, чем это все закончилось. Советского проекта нет. Поэтому я, честно, я знаю о том, что стремление к земле, попытка припасть к земле, зарыться в землю, обустроить рай в шалаше, запастись продуктами на много лет вперед, нарожать много детей, это многим приходит в голову. Но это не остановит эту паровую машину. Здесь необходимо какое-то другое средство. А какое, я не знаю. Я могу ответить. Так, другой рассказ. Не надо говорить ответы, потому что... Добрый день, Константин Шалаев, Владимир, предприниматель. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие субъекты влияния формируют послекризисные проекты и какие течения этих субъектов по России, по Евросоюзу, в частности, стран Балтии, вы можете выделить? Спасибо. А можно конкретно, что значит послекризисные проекты? Конкретно, какие структуры, какие... Ну, скажем так, команды сейчас участвуют в борьбе за послекризисное проектное устройство мира. Ух ты, это сложно для меня будет, потому что первое, что приходит на ум, это, знаете, Ротшильды, Рокфеллеры там, и так далее. Но мне для этого просто не хватает знаний для того, чтобы об этом рассуждать. Я могу привязать этот вопрос к нашей собственной политической повестке. Я представляю, что примерно, наверное, похожая картина наблюдается и в разных других странах. Везде есть противоборство. В политической плоскости это выражается по-разному, да, но везде есть противоборство неких традиционных отраслей экономики, опирающихся на вот такой осязаемый индустриальный капитал или на военно-промышленный комплекс, и отраслей эффективной экономики, банковский сектор и так далее, и так далее. В случае краха глобальной финансовой системы, вторые, скорее всего, будут просто уничтожены или сметены. И вот тогда, возможно, и произойдет та самая локализация, то есть дробление международного хозяйства на национальные какие-то хозяйства, национальные экономики, которые вдруг внезапно вступят в отношения друг с другом. К этому есть достаточно предпосылок. То, что происходит в ВТО, кризисные явления в Евросоюзе, в американской экономике, безусловно, тоже. Но вот выделить какие-то конкретные группы, рассуждать о послекризисном устройстве, я, если честно, я не представляю, сколько вот это может продолжаться. Это же может быть, это же вот отношение к этому, как, скажем, к простуде, оно неверное. Это больше похоже на рак, наверное, который может длиться годами и даже не знаю, иногда десятилетиями. Да, но вот пока за горизонт заглянуть, мне кажется, вот некоторые люди праздновали окончание кризиса еще в 2008 году, и казалось, что я думаю, что это надолго, это очень надолго. А вот в России, скажем, сколько таких влияний, которые... Ну, точно так же, компрадоры и патриоты, и давайте так назовем, простим. В России 300 тысяч предприятий закрылось в прошлом году. Но вы за демократов, да? Вы за демократов? За программу. Если честно, я не за одного из них. Нет, почему? Лечить без страховок, да? Почему бы я? Нет, почему? Я не вижу принципиальных различий между тем, что там... Они ломают, конечно, копии. Это Обама для них марксист, социалист, коммунист для республиканцев.
те, значит, для демократов фашисты, империалисты, капиталисты. Это, на самом деле, совершенно иллюзорное деление. Разница между республиканской и демократической партией с точки зрения экономики, там, того, что они готовы сделать в части регулирования финансового сектора, она нулевая абсолютно. А поддержка американских семей, малоимущих, это настолько вот часть процента от всего, что в американской экономике происходит. Меня вот, честно, это не беспокоит. Я не вижу противоречий. Все же ожидали, что Обама придет и будет вот что-то делать, а на самом деле он такой же винт в лоббистской системе Уолл-стрит. Да, и... А вот у меня вопрос. Слышно, да? Какое влияние на этот глобальный проект оказал крах Советского Союза? Он мог его остановить или в этот момент вообще не имел значения? Социализм начал, да? Ну вот если все-таки возвращаться к вот, иллюзорной возможности найти выход, я думаю, что крах Советского Союза это катастрофа. Это страшное. Не для нашей страны одной лишь. Это я просто много по миру поездил, и Латинская Америка, и Европа, и даже не работая над этим фильмом, просто как корреспондент. Я в самых разных концах света я слышал горькие слова от людей, упреки, что же вы сделали? Вы не понимаете, вы не себя лишили страны, вы лишили человечества альтернативы. Вы лишили человечества ощущения, надежды на то, что может быть и по-другому. Вот что означает... Вот что означает гибель Советского Союза. Но я почему говорю, что нельзя эту все-таки тему окончательно хоронить? Мне кажется, что поскольку человечество шагает по граблям и не помнит никаких уроков, может так получиться, что нас вот эта спираль историческая заведет опять на какой-нибудь 39-й год. И вся та кровь, и весь тот ужас, которым было оплачено появление вот этой альтернативной модели развития Советского Союза, может быть, человечеству придется через все это пройти снова. Это совершенно не означает, что Советский Союз возник не там, где была Российская империя. Я имею в виду новую. Но человечество неизбежно придет к пониманию того, что другая система необходима. В противном случае это путь в могилу. Это путь к поеданию друг друга и к окончательному исчерпанию всех мировых ресурсов, которые и так уже на пределе. Энергетические, и водные, и какие угодно другие. Поэтому просто вопрос цены. И очень не хочется, ведь мы уже столько вложено в это. И проходить все заново, ну, может быть, такова наша доля человеческая, что-то по-другому. Может, как-нибудь можно третий путь без этого? Я не верю в третий путь. Очень многое в 90-е годы в России было рассуждение о том, что вот это не то и не другое, а мы построим что-то в промежутке, партия третьего пути, Александр Исаевич Солженицын, значит, что-то среднее между капитализмом и социализмом на монархической православной платформе, единение работодателя и работника, все любят Россию. Это все... фантасмагории, на самом деле, потому что там, где дело доходит до дележа денег, когда разговор идет о прибыли, все предельно упрощается. И оказывается, здесь плюс, тут минус. Вот. Это промежуточный путь. А вы не верите в то, что вот человечество потеряло мораль, да, вот самые такие высокоморальные принципы какие-то, и поэтому вот это все возможно стало? Отчасти. Ваш фильм об этом и говорит. Отчасти, да. Ну ладно, можно. Да, давайте. Тогда, нет, ну вы частично ответили, но мой вопрос был, ваше отношение к социализму, к Сталину, к сталинской экономике и к возможности применить этот опыт в решении кризиса. Не можете без Сталина ни одной встречи провести. Я должен выбрать для себя, да? Нет, почему? Я не боюсь этого вопроса. Я достаточно много книг прочитал по истории этого периода, и одна из интересных работ была написана английским историком Робертом Сервисом о жизненном пути Сталина. Я, естественно, не могу сказать, что я
хотел бы прописать те рецепты сейчас вам, нам, кому угодно другому. То, что делалось тогда, возможно, было тогда. Тому были объяснения. И я встречал очень много вот в журналистской работе уважаемых людей, современников тех процессов, которые предлагали мне достаточно разумные обоснования, почему это было правильно. Например, я могу вспомнить покойного уже Федора Муравченко, главного конструктора объединения «Прогресс» из Запорожья, выдающегося человека, инженера, который застал индустриализацию сталинскую. И он дает свои совершенно логичные объяснения, почему это. Он не живодер, он потерял родственников в этих процессах. И очень многие из тех, кто оправдывает, находят слова для того, чтобы объяснить, почему так происходило, сами пострадали, их семьи пострадали от этого, потому что время было такое. Это не означает, что все возможно и все нужно списать и всем простить. Но есть объективные обстоятельства. Вот. Решений, которые можно было бы оттуда просто взять и приложить к сегодняшнему дню, я думаю, нет. Другая страна, аграрная страна, по-другому выглядел кризис. Сравните, даже вот при всем ужасе Великой депрессии, когда опустело все восточное, почему мы мало говорим о том, что и Советский Союз он был следствием, да, Первой мировой и кризиса, его появления. Мы не говорим о том, что переход к власти фашистов в Германии – это следствие Великой депрессии в Соединенных Штатах Америки. Прямое следствие. Единственная страна, кстати говоря, в которой депрессии не было в 30-е – это Союз Советских Социалистических Республик. Это Америка. Поэтому американские корпорации выживают тогда за счет заказов, которые они размещали в Советском Союзе. Рубили Днепрогресс, например, в 1933 году американцы поставляли. Вот. Но вот эти вот страшные тектонические сдвиги в политике, которые привели потом к большим человеческим жертвам, имели экономическое происхождение. Мы об этом часто забываем. Поэтому я считаю, что этот период и личность Сталина — это очень сложное, многомерное явление. Я, по крайней мере, две вещи могу сказать с уверенностью. Я категорически против того, чтобы Сталина приравнивать к Гитлеру, как часто происходит в Европе. Потому что ничего общего человеконенавистнический, фашистский проект с проектом строительства социализма, какими бы жертвами та дорога условно ни была, ничего общего он не имеет. Советская армия и советский народ уничтожили нацизм. Это их заслуга, а не американцев, высадившихся в 1944 году в Нормандии. Советский Союз заплатил страшную цену за уничтожение нацизма. И хотя бы поэтому Советский Союз достоин уважения человечеству и навсегда войдет в человеческую историю. Как бы сейчас вот пропагандисты не пытались это преломить или исказить, пройдут десятилетия, и все равно будет ясно. Все равно будут помнить, кто освободил узников концлагерей и какую цену советская армия за это заплатила. Вот. А вторую вещь я уже забыл, так что я чувствую, поднимаются руки. Да, пожалуйста. Да, господин Семен, Гитцвикман из Латвии, Савейза. Хотел бы спросить, вы говорили сейчас об Сталине, об экономике и об том, что не хотелось бы его оправдать. А как то, что было, это, скажем так, то, что зерна поставили на Европу? А скажи, зерна. Что было? Большая экспортная мощь Советского Союза. Так я понял из вас. Ну, а что вы скажите по поводу голодомора 30-х годов в Украине, где были, знаете, поля НКВД, где ты пошел, забрал рукавов, забрал. Ну да. Я знаю, что. Как ваше отношение к этому? Да, отношение ваше, да. Отношение к гибели людей не может быть положительным. Да. Я просто против того, чтобы вычленять трагедию так называемого Голодомора из общей цепи трагедий того времени. Если вы посмотрите на то, что происходило в России, например, в 20-е годы в Поволжье,
в русской части Поволжья или в немецкой части Поволжья, вы увидите, что человеческие потери там тоже огромные. В 30-е годы голодала не одна Украина. И она голодала не потому, что Украину уничтожали, и украинцы хотели жить сосвет. И, кстати, сами украинцы в подавляющем большинстве своем. Я проехал Украину от Львова до Донецкой и на юг. Они очень-очень малое количество политически активных граждан Украины разделяет саму эту концепцию Голодомора. Голод был, и голод, безусловно, помнят. Но голод точно так же помнят и в русских, и не только в русских, и в азиатских республиках Советского Союза. Это было время, когда советское государство было вынуждено идти на огромные жертвы для того, чтобы создать мощную индустрию, для того, чтобы кормить заводы, для того, чтобы создавать то, чем спустя несколько лет Советский Союз отобьет нацистскую, капиталистическую во многом агрессию. Я, кстати, объясню, почему я так говорю. Потому что вот нам часто говорят, вы зерно, может быть, это имели в виду, что Сталин кормил Гитлера, Гитлер... Не-не, я это не имел в виду. Ну, зато это имел. Просто тех людей, которые погибали в Украине. План в мире. И когда они погибали, в то же самое время... Экспорт зерна шел на Запад, да. Ну, как в Африке. Теперь понятно, да? Еще раз, люди погибали не только на Украине. Это была жертва, которую Советский Союз, весь Советский Союз, не одна лишь Украина, принес для того, чтобы создать индустрию, которая спустя несколько лет позволит Советскому Союзу нанести поражение нацизму. И освободить не только себя, но и все человечество от нацистской чумы. Что касается того, куда шло зерно, это, говорю, вопрос выбора цели и средства. Как большевики этот вопрос решали, мы знаем. Давать этому моральную оценку сейчас, да, когда у тебя более-менее сытно, да, и полон холодильник, я думаю, что это как раз не очень уместно. Мы не можем судить людей, находившихся в тех обстоятельствах. Я единственное, что могу точно сказать, что цели уничтожения своего населения, помещения части этого населения по расовому, национальному признаку в концентрационные лагеря, освобождение территории для заселения мест проживания одних людей другими людьми, этой цели у советской власти не было. Были страшные издержки, которые, к сожалению, если вы посмотрите на российскую историю, происходили и на других отрезках этой истории. Такое, к сожалению, бывало в нашей стране. К сожалению, жизнь человеческая в нашей стране редко ценилась очень высоко. Так высоко, как ценили ее, предположим, американцы, ждавшие до 1944 года, прежде чем высадиться в Нормандии. Но категорически, да, ничего общего между нацистскими практиками, нацистской идеологией и идеологией советской нет и быть не может. И просто каждый раз, когда об этом говорят, это болезненная тема для России, там не очень трудно себя сдержать, потому что это абсолютно наглая, беспардонная ложь. Если вы посмотрите на фотографии Мюнхенской Олимпиады 1936 года, вы увидите, что на пьедестале стоят американец, японец и немец, вскидывающий руку в фашистском приветствии. Советский Союз уже в 1936 году фашистскую Олимпиаду игнорирует. В 1937 году Советский Союз ведет боевые действия против нацистской Германии и франкистов в Испании. Вот, поэтому все вот эти вот разговоры о общности идеологии, о похожести пропагандистских приемов, это все ерунда. Я изучал, кстати говоря, кинематографическую часть искусства Третьего Рейха, и вот те похожести, те общие моменты, которые разными исследователями находятся, и говорят, ага, вот здесь вот похоже, и вот советский фильм похож, значит, одно и то же. На самом деле, абсолютно неправда. Гитлеру, который финансировался американскими корпорациями, нацистская Германия получала огромные заказы от западных корпораций, не имея ничего подобного в экономическом сотрудничестве с Советским Союзом. Гитлеру необходимо было, просто напомню, что перед Второй мировой войной в Германии было 6 миллионов коммунистов. 6 миллионов коммунистов. Многие из них пришли потом в Советский Союз в качестве солдат вермахта. Так вот, Гитлер ввел свою собственную медийную, если хотите, войну за умы этих людей. И ему необходимо, потому что Советский Союз был
невероятно популярен советская модель во всем мире, страдающим от Великой депрессии, от голода, от безработицы. В Штатах на восточном побережье вырубили все деревья, потому что нечем было людям топить дома свои. И то, что вот сейчас едешь по какой-нибудь I-95, да, это деревья посажены уже после, при Рузвельте и после, потому что все было сожжено. До такой степени тяжелым был кризис. И вот люди по всему миру, страдавшие от этого, смотрели на Советский Союз как на ту самую альтернативу. И Гитлеру в работе с его собственным населением необходимо было создавать похожие идеологические мифы. Поэтому, как сегодня часто происходит, есть удачная реклама, она передирается конкурентам для того, чтобы оказать сходное воздействие на свою таргет-аудиторию, как говорят сейчас. Отсюда сходство в нацистской пропаганде с элементами пропаганды социалистической, советской. Но общего между этими системами нет ничего, это совершенно противоположные друг другу вещи. И мы должны это понимать и сразу же давать по рукам тем, кто пытается их поставить с ног на голову. Спасибо, давайте, пожалуйста, последние вопросы, да, вот последние, не знаю, два, наверное, спрашивают. Борис Телятников, он журналист. Я хотел бы, ну, просто поинтересоваться. Вы сейчас в таком возрасте, Константин Христа, в общем-то, очень приятное... приятное время в жизни, и вы достигли очень многого. А какие дальше планы? Что интересного можете рассказать? Спасибо. Ох, вы знаете, далеко я очень не заглядываю, не только... Лет на 50. Нет, я работаю сейчас над новым фильмом, который, я надеюсь, я не хотел бы сейчас раскрывать все карты, там, чтобы не сглазить, и суеверно немного стало к возрасту Христа. Вот. Снимаем фильм, рассчитываем до зимы успеть, а там как получится, посмотрим. Дальше пока планов нет. Но мы вам желаем, чтобы все удалось. И очень-очень успешно. Вот еще последний вопрос, наши постоянные. Добрый день. Анна Соболева, психолог. Константин, спасибо за точный и блистательный фильм и за прекрасную русскую речь, которую мы просто наслаждаемся. А вопрос мой такой. В основном мы обсуждали решение для больших групп. В целом, для нации, для стран, для человечества, и пока они не очевидны. А решение для отдельных конкретных людей, вы, путешествуя и работая по миру, вы видели привлекательные личностные модели, когда люди были бы гармоничны, когда они не работали бы на финансовые структуры, когда они не зарывались бы в землю, когда они бы делали то, что верят, и то, что у них получается хорошо, и при этом они не были бы нищими и безработными. Спасибо. Да, да. Людей я таких встречал. И, конечно, глобальные рецепты бессмысленно давать. А вот призывать к чему-то каждого человека в отдельности можно. Я думаю, что вот в этом хаотично развивающемся мире, когда единственным источником знаний для всех становится Википедия, личная ответственность каждого, и во многих ситуациях, наверное, это станет и ключом к решению каких-то проблем выживания, способом выжить. Становится самообразованием. Необходимо читать, и не только блоги. Необходимо... Вот каждый из нас оказался один на один с происходящим. Многие оторваны от страны, от культуры, от своей. Но... У каждого из нас есть семьи, есть близкие, и то, как наши дети, например, вырастут, зависит от того, что мы будем сами делать, как мы будем себя вести. Человек остается человеком. Для того, чтобы сохранить в себе какие-то моральные, нравственные стандарты, не обязательно ходить в церковь. Но я абсолютно уверен, что необходимо читать. И читать книги, и читать хорошие книги. Может быть, те, которым нас учили, вас учили. Еще не забытом детстве. Вот такой, может быть, слегка наивный ответ, но я думаю, что так. Ну и вопрос веры, наверное, тоже очень важен. Тоже. То есть это личное решение каждого. Думаю, что мы поблагодарим нашего гостя. Было очень интересно. Да. Вы можете подойти.